Добрый день, Вадим Иванович. Вот пакет. Начал вскрывать, написали снять видео. Прервал процесс, так сказать. Сейчас подустановлю тут камеру. И мы снимем распаковочку. Вот так вот. Вот долгожданная посылочка. Очень долго ждал. Приехала. Собственно, вот. Красота. Сейчас будем смотреть. Вот такой вот пакетик. Красота. Так, это у нас СХР. Это контр-адмирал. Лопатка такая. Вот и наш первый эспандер. Красота. Красота. Ну, это прям класс. Накатка самое то. Прекрасно. Хочется пытаться его закрыть сразу. Не знаю, если это хорошая идея, учитывая, что вчера занимался, но... А может быть, попробую. Почему нет? А так, это наш СХР. Монстр. Красавец. Аж не вылезает из пакета такой широкий. Вот он у нас. Красавчик. Красота. Еще два эспандера. И бублики пошли. Прелесть. Так, пару сувениров. Пару сувениров. Вот. Думаю, я первый, кто это имеет сейчас в Германии. Лопаточка. Греби, деньги. Вот такая вот красота. Что ж, давайте замерим сразу их. У меня тут рядышком лежит штангенциркуль. Посмотрим. Вот ровно обещанные 68 миллиметров на контр-адмирале. Посмотрим наш СХР широченный. 80.3. 80.3. Это шире, чем левел 10 мой. Красавец, красавец. Это лично для меня коллекционный эспандер будет. И честно вам скажу, ни на секунду не жалею. Это красота редкая. Что сказать. Давайте просто сравним с коком. Какой-нибудь свой кок вытащу. Из, вот, например, мою тройку возьму, да. Посмотрите, просто параллельное сравнение. Поближе даже хочу насечку продемонстрировать, насколько она идеальна. Она где-то находится между ГХП и коком. Она выглядит как живая насечка на капитанах. Красота, прям идеально. Потому что на ГХП насечка очень агрессивная. Давайте я возьму семерку свою. Так, вот моя семерка, сравню. Вот, видите, зерно чуть-чуть мельче, но сказать, что в цепкости уступает, не могу. Так, уберем этих ребят пока что. Вот наш красавец. Нагрузка тут серьезная. Так, давайте сразу, раз такая возможность, хоть я и вчера тренировался, но... Попытка, не пытка, как говорится. Попробуем закрыть. Левая, как видите, у меня аут. Правая. Вроде жива. Сейчас немножко магнезии разомнусь единичкой, чтобы все одним кадром. Так. Немножко жидкой магнезии добавим в дело. Кстати говоря, о бубликах. Я такую резину не видел на бубликах. Плотную такую.
То есть это никак не сравнить с тем, что продается в магазинах, на Амазоне у нас в Германии. Это рабочий инструмент. То есть с этим можно даже заниматься. Не только реабилитацией. Но это, конечно, красота. Буду гордо носить, когда буду сжимать эспандеры. Прелесть. Вот сувенирчики неожиданные. Но этот эспандер, честно, я на него смотрю, я в восторге. Этот СХР широченный. Легенда просто. Такое вообще даже с чест краша закрыть, это уже нереально сложно. Фу, сейчас что-нибудь помацаю тут. Какой-нибудь Дины 5. Чисто так, чтобы суставы разогреть. Чтобы не хрустеть. Пока бублики посмотрю. Вот тут прям серьезный. Левая рука с трудом с ним справляется. Нож на свежую руку получится хорошо с ним работать. После попытки на контр-адмирале сразу же беру его. Фух, посмотрим, что получится у нас с ним сегодня. Занимался я, конечно, вчера. Будет трудно, но опять же, попытка не пытка. Посмотрим, насколько я его смогу прикрыть на данный момент. Ну, сложно, но достижимо. Обязательно буду пробовать на свежую руку. Обязательно буду пробовать на свежую руку еще. Все-таки тренировался я вчера. Тренировка была тяжелой. Но вот, как видите, даже так. Эспандер в зоне достижимой. Чего не могу сказать об этом прекрасном. Давайте приблизим даже детали, посмотрим, что такую детализацию на эспандере я, честно, не видел. То есть это сравнить даже с ГХП, наклеечкой ГХП. Вот это выгравирована надпись. Стальной хват России. Подводная лодочка. Ну, это красота. Это красота нереальная. Ну, тоже тут посмотрим. Контр-адмирал. Так, не знаю, если видно. Все-таки снимаю на переднюю камеру. Пробую сделать так. Опа. Надеюсь, что что-то видно. Сейчас тут сяду. Пытаюсь отрегулировать. Вот наш контр-адмирал. Вот он, красавчик. Ну, это мой новый целевой гриппер будет. Целевой эспандер. Следующую тренировку моментально беру. И с него начинаю. Пытаюсь задиповать, с параллели закрыть. Будет новая цель. Вот этот вот эспандер. Бублики. Пробуем что-нибудь. Ну, черный закрывается правой рукой. А так, счастье, что могу сказать. Вот такой вот пакет приехал мне, наконец, в Германию. Будем тему развивать в Германии. Рассказывать людям об эспандерах СХР. Что это, честно, ну, качество феноменальное. Качество феноменальное. Коки, которые мне последние приходили, рядом с этими эспандерами не стояли. Где-то клей торчит, где-то ручки неровно наклеены. Тут все идеально, честно. Прелесть, прелесть. Вот так вот, ребят. Посылочка из СХР в Германии. Вот такой вот пакет мне приехал. Безумно рад. Буду сейчас заниматься бубликами. И, конечно же, контр-адмирала пытаться закрыть. Я думаю, это скоро получится. Спандер превосходный, накатка идеальная. Ничего не могу сказать. Кроме как, что это прелесть. Вот все. На сегодня. Пока силы кончились. Попытки обязательно еще будут. Так что, как-то так.